Абонент недоступен. Он попросту вас забыл. И не нужно звонить, надрывая сердце. Он действительно вас когда-то любил. Но сумел закрыть на замке все дверцы. Абонент недоступен. Ему все равно. Так бывает, когда устаешь сражаться. Устаешь бороться, чтобы было как в кино. Опускаешь руки. Ну, бессмысленно дальше рваться. Ну, давай. Скажи, что ты не знал, не думал, а вот теперь все понял и бой окончен. Вот все, что ты сейчас себе напридумывал, не считается. Знаешь, твой путь другой. И дороги назад не ищи, не надо. И так ты меня изрядно всю потрепал. Обещаю, что больше не буду рядом. И да, я буду счастлива. Но уже без тебя.